Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вместе с вами хочу полистать раскраску из серии «Антистресс» Лисы «Рисунки для медитации». Эта раскраска, конечно, уже не новая, но у меня появилась она не так давно. Вот. И я хочу вместе с вами ее полистать, поболтать, как всегда. Ну, может быть, просто полистать, как получится. Это Москва, издательство АСТ. Бумага здесь белая, гладкая. Ну и такая, знаете, офисная, в принципе. Ну, кстати, это 19-й год. Вот. 48 страниц здесь. Что мне нравится, страницы тут пронумерованы. Это классно, потому что многие из нас записывают, что раскрасили за месяц, снимают итоговые видео. А еще мне нравится, что здесь есть рамочки. Тоже не бывает лишним. Вот такая лисья мандала. А вот эта иллюстрация прям понравилась. Нравится вот эта иллюстрация. Вообще, раскраска очень хорошая. Вот это мне попадалось где-то. Ну, может быть, или в арт-йоге, или в творческом самовыражении. Иллюстрации здесь, в принципе, стоковые такие. Но я считаю, что хорошо, что они здесь собраны по тематике. И потом я ее покупала за 40 рублей. Вот. Вот это точно где-то мне попадалось. Ну, или что-то похожее, потому что, знаете, очень часто бывает, что попадаются картинки, вот, и, например, куда-то добавляют вот тематический персонаж. Один убирают, а другой добавляют. То, что точно вот я где-то это видела. Вот это все, вот это видела. То есть, скорее всего, что-то просто, может быть, здесь видоизменили, а может быть, и один в один. Потому что я особо картинку не разглядываю прям внимательно-внимательно до тех пор, пока не начинаю ее раскрашивать. Вот. Поэтому, как мне кажется, что за 40 рублей, да пусть она у меня будет, даже если что-то мне встречалось. В конце концов, большая часть иллюстраций мне явно не попадалась. Так что будет очень даже интересно. Ну, какая уютная раскраска. А здесь, знаете, что интересно? Я... Вот на камеру будет, наверное, видно или нет. Видите, рисунок. Это не с той стороны отпечаталось и не отсюда отпечаталось. Насколько я понимаю. Да, это вот просто такая прорисовка. Вот это классно. Ой, а здесь-то сколько лис. И вот это нравится. Вот это где-то было. Класс. Вот это тоже классное дерево. Вот такая прекрасная раскраска. Надеюсь, мой обзор был вам для вас интересен, полезен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком. Подпишитесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, так как впереди много интересного. Мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Огромное всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.